Группа «Вельвет» поздравляет всех телезрителей с Новым годом. Желаем вам здоровья, счастья, всяческих успехов в личной жизни и в профессиональной деятельности. И пусть у вас все будет хорошо, конца света не будет. И слушайте хорошую музыку. Обязательно. Люблю этот город, но он молчит по ночам. Безоружен, убит, своих похорон безучастный свидетель, равнодушный к своим палачам. Решил, что мы наивны, как дети. Но как бы не так, и как бы не был спокоен наш враг, то я же вижу, как все вокруг, умирая от скуки, идут, идут к нему прямо в руки. Но как бы не так, я украду тебя, дай только знак. Надо быстро бежать, пока ты не загнан. С Новым годом, дорогие друзья! Хочу поздравить вас с этим прекрасным праздником. И в первую очередь хочу сказать, что это семейный праздник. Хочу пожелать детям здоровья ваших родителей, а родителям здоровья ваших детей. И пусть вы всегда радуете друг друга. Каждый Новый год. С Новым годом, с новым счастьем! Синее небо, белая полоса. Время уходит. Есть только полчаса. Может, ты все же вернешься, я не знаю. Тебя теряю, себя теряю. Между нами небо. Где ты сегодня, день? Может, ты в
все же вернешься, я не знаю. Тебя теряю, себя теряю. Между нами небо, и тысячи огней. Между нами небо, и тени прошлых дней. Дорогие телезрители, я Лиза Лукашина. Хочу поздравить вас с Новым годом, Рождеством и пожелать вам быть немножко добрее и светлее в Новом году и поделиться этой любовью с другими. С Новым годом! Нельзя взлететь, когда нет крыльев. Душа устала.